Добрый день, друзья! Сегодня 9 июня, и вы на канале Роман Ом 72. И здесь я вам рассказываю про GameFi проекты, в которых я участвую. Стараюсь рассказывать про новые, рассказываю про новости из старых. Вот, и сегодня у нас будет очень насыщенный выпуск, потому что сегодня мы поговорим про большое количество проектов, про новости в этих различных проектах, да, и, собственно, о чем, и про различные эти, как сказать, мои недовольства какими-то проектами. Да, начнем мы с хорошего, да. Начнем мы, друзья, с проекта Limecoin. Пам, да. Вот, а хорошие новости в Limecoin какие? Ребята, наша команда Роман Ом 72 и его кошки, да, мы уже вошли в топ 500. Да, это, конечно, немного, но, собственно, как бы, ну и немало уже, да. То есть наша команда в топ 500 лучших. Хочу поблагодарить всех, кто участвует, да, кто сражается на стороне меня и моей кошки, да, выбивает эти монетки. Вот, и новости в Limecoin, какие еще произошли. Произошел, друзья, халвинг буквально дня 3 назад, да, как бы у нас сократилось количество добываемых монет за клик вдвое, да, как бы их было и так немного, ну, и сейчас стало их еще вдвое меньше, да. Как бы, ну, это, в принципе, на самом деле все очень хорошо, потому что халвинг всегда это способствует проекту в любом случае, да, вот как ни крути. Вот, и, собственно, что я хотел еще сказать насчет этого проекта, да, вот, ребята не так давно сделали обновление, да, что, как бы, у нас появились, как бы, командные чаты и появились командные эти, как сказать, короче, касса команды, некий общак, на котором мы можем прокачивать бусты. Вот. Я считаю, что прокачивать бусты выгоднее командно. Да, по крайней мере, вот мне уже явно выгоднее прокачивать командно, потому что, чтобы мне прокачать силу клика сейчас, мне надо заплатить 50 лаймкоинов, да. Как бы нас в команде сколько? У нас в команде 136 человек. Если вы достигли такого же уровня, что и я, да, или даже там, вдвое меньше, вам условно выгоднее, там, не знаю, закинуть там 10 лаймкоинов, да, в общак, да, чтобы мы смогли прокачать, да, наш уровень, да, выше, чем прокачивать свой аккаунт. На это, собственно, и расчет, что надо сбиваться в комьюнити, надо сбиваться в команды, да, и прокачивать, собственно, бусты команды, а не личные бусты. Те, кто будут прокачивать просто личные бусты, да, те будут зарабатывать меньше. Поэтому я призываю всех, кто состоит в моем комьюнити, да, или, ну, кто состоит в команде Романа Ом 72 и его кошки, да, закидывать деньги в общак, да, и мы будем прокачивать все это дело. Вот. И напишите, пожалуйста, в комментариях, какой бы буст вот из вот этих... Ай, не туда. Какой бы буст из вот этих всех вы бы хотели прокачать, вот где они, а вот тут, вот. Я бы хотел прокачать постоянные усиления, да, на уровень плюс один, то есть, как бы, мы повысимся на один уровень, и у нас будет, как я понимаю, ну, как все написано, вот, у нас получается лимит энергии усилится, да, на 50, и сила клика на один. На один. Это что вообще значит? Типа, у нас будет один лаймкоин за удар, или что это? Ладно, не суть. Хотя, может быть, и суть. Вот, напишите, если вдруг кто знает. Но, как я понимаю, у нас усилится удар. Вот у меня сейчас с каждой прокачкой, да. Вот, сила клика. Вот, девятый, соответственно, я перейду на десятый. Да, вы, собственно, на какой-то другой, да, если у вас, условно, если у вас одиннадцатый, перейдете на двенадцатый, да, уровень. Вот. Я считаю, то, что так качаться выгодней, потому что, я говорю, у нас это стоит 500 лаймкоинов, а моя прокачка стоит только 50 лаймкоинов. То есть это, ну, 10 человек, таких как я, да, с таким же уровнем. Мы собираемся, вкидываем по 50 лаймкоинов и прокачиваемся. Вот. И, собственно, это и выгоднее, потому что, в принципе, командная работа, она всегда выгоднее, как ни крути. Вот. Так, давайте я сейчас сразу тогда, вот мне сейчас 22 лаймкоина. Я сейчас такой возьму при вас и закину сюда 22 лаймкоина. Вот, копеечки оставим. А, 25 написал, 22. Вот, пополнить. Вот, 46 лаймкоинов на счету нашей группы. Вот, нам осталось набрать всего 454 лаймкоина, и мы все прокачаемся еще на один уровень. Вот, а если вы до сих пор, собственно, не в команде Романа и Ом 72 и его кошки, да, то, разумеется, вам пока что выгоднее, как вы вступаете в команду, безусловно, да, даже если вы уже играете в эту игру, просто переходите ко мне в команду, да, будем качаться вместе, вот. А если не играете, переходите по ссылке, начинайте играть, и вот и на первых уровнях, да, на первых порах, безусловно, вам будет выгоднее вкачивать свой левел, именно как бы, ну, свой личный, а потом уже переключаться в команду, там что-нибудь с 8-9 уровня, вот.
пам-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 пам. Вот такие, друзья, дела. Вот, кстати, я сейчас нахожусь в археологической экспедиции, да, кто не помнит, вдруг или не знает, или вы вообще, может, первый раз смотрите этот видос. Вот, и я хочу сообщить, что скоро в этом, ну, в моих видосах снова появится мяуканье кошки, да, потому что кошка скоро уже совсем приедет. Еще буквально осталось 2 или 3 недельки. Моя девонька приедет с кошкой, с нашей, да, и мы будем здесь тусить в палатоньке, да, и копать земельку, раскапывать древности различные. Вот. Ладно, это я ставлю на вечер, еще дотыкаю, чуть-чуть осталось. А теперь давайте поговорим про другие проекты. Давайте поговорим про проект, который меня максимально расстроил. Вот проект Кубс. Кубс, да. У меня было немного видосов про этот проект, да. Как бы это проект от команды Punk City. Да, давайте даже сразу вот на Punk City перейдем. Вот Punk City, да. Вот мы нажимаем, например... Так, где тут? Вот, вот основное меню, да. Вот, и у них есть большая кнопка «Играть». Нажимаем на нее и переходим в кубы. Начинаем. Вот, и здесь, как бы, здесь все очень просто. Вот надо просто вот так зажимать палец, даже не нажимать, а просто зажимать. Да, и, собственно, кубы рушатся, мы получаем какие-то монетки. Вот, и внизу, в левом углу, да, в левом нижнем есть кнопка «Airdrop». На нее нажимаем. Вот, и недавно был как бы «Airdrop», да. И я заработал 0. Очень странная херня, да, то есть, как бы, почему я заработал 0, хотя я тыкал каждый день по несколько раз сюда заходил, как бы, отдавал свое время, отдавал, как бы, рассказывал вам про этот проект, да, вы заходили, вот у меня тут, получается, сколько, 39 рефералов перешло, да, может, это, конечно, немного для кого-то, но все равно 39 человек, которые верили и ждали, что когда ребята... у ребят пройдет аирдроп, они получат какие-то копеечки. Или не копеечки, да, там, ну, с ноткоином мы вообще не копеечки получили, по большому счету, кто участвовал, да. Лайк, кто участвовал в ноткоине, друзья. Вот скоро мы все будем богачами. Вот. Как бы, а ребята просто это сделали, как, знаете, как лотерею. Да, у них было условно, там, по-моему, 30 тысяч долларов. Я потом где-то читал про это сейчас, ну, не суть, да. Было 30 тысяч долларов, и они как-то рандомно распределили их среди участников, то есть кто-то получил монеты, кто-то не получил монеты, да, то есть, ну, я считаю, что это несправедливо, да, потому что, как бы, если аирдроп, то это аирдроп, то есть все должны получить какое-то количество монет, пусть эти монеты будут нихуя не стоить, да, но это будут их монеты на их кошельках, да, тут мы кликаем, да, я даже как-то раз бонусы здесь купил за 0,15 тонов, да, ну, тоже копейки, но все равно, да, как бы, я покупал. Но это, на мой взгляд, ну, херня какая-то, это нечестно, просто наебалово, да, то есть нигде вообще, я искал информацию, нигде не было написано то, что, блин, то, что это лотерея, а это оказалось лотереей, да, я приношу свои извинения тем, кто зашел в этот проект от меня, да, да, мы ничего не потеряли, кроме времени, я надеюсь, никто особенно там не закупался активно этими капельками ебаными, да, то есть, которые вообще, ну, нахуй не нужны. Да, как бы я вот 1 или 2 раза их купил, 1, наверное, даже, вот, немножко потратил. Ну, в общем, ребят, это просто лотерея, вот, Punk City, да, они меня все сильнее и сильнее расстраивают, на самом деле, у меня в комментариях как-то раз, ну, не так давно тоже опять чуваки писали то, что Punk City их наебало, они пытались вывести деньги, деньги не вывелись, как бы, ну, они пишут мне в комментарии под старыми видосами, да, и говорят, типа, что это за скамина, почему ты рекламируешь скамину, а как бы, а я ж не знаю, что это скамина, да, и, в принципе, это не совсем скамина, потому что я выводил оттуда деньги, да, небольшие, но выводил, но, как бы, просто, на мой взгляд, чуваки, да, создатели Punk City, они думают в первую очередь о себе, да, это, конечно, мне сейчас, может, меня захейтят, скажут то, что, да, бля, да все думают только о себе, а я считаю, что если бы все думали только о себе, то этот мир бы уже давно нахуй сгорел. Да, здесь должна быть сейчас вставка «Мир горит Оксимирона». Ну-ка. Вот, наверное, она уже была. Вот, не знаю, вставлю, не вставлю, наверное, вставлю, у меня, я так себе монтажер. Вот, и как бы мое расстройство этим проектом, и Punk City расстройством, и кубсами, да, этими кубами, ну, как бы, камон. Я недоволен. Вот, как бы, давайте поговорим о следующем проекте, да, у нас тут их много, давайте поговорим о Hamster Combat, да, Hamster Combat, да, как бы, проект, который сейчас уже 100 миллионов человек в него играет, да, вы что вообще, это втрое больше, чем в ноткоине, да, то есть, как бы, вот, и какие приколы в Hamster Combat? Прикол в Hamster Combat те, то, что
У меня получилось вбивать морзе, да. В прошлом видосе я говорил, что не надо тратить на это время, то, что это геморрой, все это херня. Но на самом деле, то есть, если правда научиться, да, понять, как это делается, да, то все будет хорошо. И я понял свою ошибку. Мне просто в комментариях писали: да ты криворукий, да ты че вообще, там это за 10 секунд делается, у тебя кривые руки, да ты че, клоун, что ли? Ну, мне с этого очень прикольно все, да, как бы. Но у меня была главная ошибка, я сейчас объясню. Да, возможно, у вас тоже это ошибка. То есть, я когда вводил, да, и я нажимал, вот сейчас давайте я перейду в режим, в этот, вот, ежедневный шифр собран, видите, я смог, да. Я вводил вот точка, да, а тире я проводил линию по хомяку. То есть, я не просто зажимал, да, и держал некоторое время, делая длинную, а проводил пальцем, рисуя линию. Вот, и поэтому, как бы, не очень получалось. Возможно, из-за этого плюс. Тут есть такой мини-секретик, да, ну, не то чтобы мини, это, наверное, основа вообще азбуки Морзе, то, что, вот, например, мы написали какую-то букву, да, и через, надо подождать секунду-две, потом вводить следующую, иначе все слетает. Как бы, а так, на самом деле, да, все максимально просто. Вот, ничего сложного в этом нет. Вот я, кстати, сейчас видосик выйдет, и я сразу после этого, у меня будут видосики по азбуке Морзе по новой, да, и, собственно, по новым комбо-картам я выпущу. Вот, как бы я тут несколько дней филонил, да, новые комбо-карты не делал, но извините меня за это, я тут работал, в общем, очень много, археология, вы понимаете, наука, я же ученый, наверное, но это не точно, вот. Так, новых, давайте проверим, есть новые карточки, просто так, как бы для этого. Тин-тин-тин, нету. Тут, а тут, а в легале. В легале тоже ничего нет. Специал. И в специале ничего нет. Кстати, ребята, Hamster Combat запустил свой мерч. Я не знаю, видели вы это или нет, да. Лимитированный. Почему? Хотя он, знаете, такой относительно лимитированный. В том плане, то, что я когда они только его выпустили, я зашел, там был лимит на футболки 5000, а сегодня захожу, смотрю, там лимит 10000. Такой, думаю, ага, лимитированный. Конечно, вот. Так, ну все, тут больше. А ну вот, давайте перейдем смотреть мерч. Ну, чтобы не быть голословным. Вот сейчас у нас ли... А, нет, правда, смотрите, лимит 5... А, вот. А, лимит еще больше был, осталось 5000, да, тут... А сколько вообще лимит был, интересно, ну-ка. Тут написано? Ну ладно, фиг с ним. Ну, в общем, прикол. Как бы, я не знаю, закончится ли это, ну, или они продолжат выпускать мерч какой-нибудь, еще сделают, но это, в принципе, не столь важно. Ладно, хрен с ним, с мерчом. Давайте посмотрим еще какие-нибудь проекты, да. Вот, я в том предыдущем ролике тоже неоправданно немножко подосрал проект Pixel Tab, да. Как хочу извиниться перед разработчиками, если вдруг когда-нибудь вы увидите это видео, да. Вот, и тут просто прикол в чем? То, что вот тапать вот так вот по экрану, да, вообще не надо, в этом нет никакого смысла, да, как бы если так делать, то да, как бы монетки не могут не сохраняться, для того, чтобы зарабатывать монетки, надо просто нажать на кнопку claim, оп, и вы все собрали, больше ничего делать не надо, вот эти тапания, они не нужны, вот, собственно, и все, да, как бы, а так проект очень интересный, если вы пропустили мой предыдущий видос, я оставлю ссылочку в описании на него. Вот переходите, смотрите, ну, я подробнее рассказываю про Pixel Tab, но в целом мне Pixel Tab очень нравится, я ежедневно в него играю, да, сражаюсь в боях, вот давайте сейчас сразимся, как это выглядит, о, сейчас меня разъебут, наверное, я думаю, или нет, пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Вот, тут надо бить по противника, да, пальцем, и попадать именно вот в ту точку, которая выделяется, я не знаю, о, я побеждаю, походу, да, смотрите, красота какая. Так-так-так-так-так-так. Да, побеждаю. Эх. Ну, на самом деле, много в это не поиграешь, потому что у меня вот палец устает довольно быстро. То есть я не могу, как бы, это... Ну, играть, наверное, несколько партий одновременно, потому что, ну, просто устает запястье это делать. Да, это, в принципе, нормально. Хотя, если вы люди натренированные, хотя, если вы давно сидите в геймфай проектах подобного плана, то, я думаю, пальцы у всех натренированные, а я просто старый. Да. Вот так. А, что бы еще вам рассказать? Чтоб еще вам рассказать, какие тут еще где новости есть. Так, поп-ап. Да, наверное. А, вот, давайте зайдем в TabSwap. Да, давно мы не были в TabSwap. Вот.
TopSwap — это очень такой тоже древний проект, он еще идет со времен ноткоина, да, это проект на блокчейне Solana, и как бы в нем, вот я в него практически не заходил, да, последний, не знаю, месяц, да, потому что в нем не было никаких обновлений, то есть я прокачал все бусты существующие, да, ну ничего себе тут, типа можно много вызывать огня, в общем, и у него абсолютно не было никаких изменений долгое время, вообще ничего, как бы, ну, просто вот, типа, заходишь, тапаешь, типа, не привет, не пока, там, типа, ну, ноль изменений, и мне это не нравилось, я решил, что проект вообще уже мертвый, да, и как бы, ну, типа, нахера играть в мертвые проекты, и про него ничего не рассказывал, и тут вот, наверное, может, дня 3 или 4 назад чуваки выкатили обнову, да, вот такую, типа, они предлагают законнектиться к кошельку, да, собственно, и удвоить свои монеты. То есть это говорит о том, что, возможно, скоро у нас будет какой-то листинг, да, раздача монет. Вот. Но есть нюанс, то есть я вот, например, нажимаю на Open Wallet Telegram, ничего вообще не происходит, нажимаю на Tonekeeper, подключить кошелек, оп, ну-ка, все хорошо. Вот, и он предлагает, типа, заплатить тон, 1 тон. Да, ради бога, я заплачу тон. Прямо сейчас при вас. Прям. 7 баксов. Вот. У меня просто прикол в том, что до этого я пытался подключиться, а он просто не давал подключиться, типа, выдавал ошибку. Кошелька я такой думаю, ну ладно, видимо, баг какой-то. Потому что это вообще в целом странно, потому что, по идее, TopSwap — это проект на блокчейне Solana. Но у Solana, к сожалению, нет таких удобных кошельков, как у Тона. Хотя, может, я ошибаюсь. Если есть, отправьте ссылочки, пожалуйста. Пишите в этом в комментариях. Может, я ошибаюсь, может, я чего-то не знаю. Хотя я наверняка чего-то не знаю. Блокчейн настолько просто обширная технология, и знает тут все. Это надо прям в это максимально погружаться. А я все-таки люблю археологию. Да. Как бы, я люблю деньги и археологию. Вот. Херах, вот 53 миллиона, да, выглядит гораздо серьезнее. Ну-ка, это что, буст X2? Типа, я еще могу X2 себе сделать? Ну-ка, давайте-ка еще ёкнем. Или это вообще все бусты у меня удвоятся? Интересно, что будет? Пам-пам-пам, пам-пам-пам. Ждем. Наверное, да, по идее, должны... Вот, жаль, я не знаю английского, друзья. Эх. Подождем. Немножко еще. Вот. И что? И что произошло? Ну-ка. О! А, да, у меня все мои бусты стали X2. Вот это я понимаю, прокачка. Это мне нравится. То есть мы можем сейчас нажать вот так вот, да. И будет вообще заебись. Мне очень нравится. Вот, супер. Теперь я продолжу, наверное, играть в TopSwap, друзья. И как бы, да, это стоит, наверное, того. Ребята, видимо, уже, ну, готовятся к листингу, раз обновляют, делают какие-то обновления. И, наверное, будет какой-то с этого толк, с этого профит. Вот, я ссылочку оставлю в описании, да. Подключайтесь, да, как бы давайте тапать вместе, как я люблю говорить, да. Вот, и, наверное, сейчас последняя такая новость, она не совсем связана с GameFi проектами, она связана с ебаными мошенниками, друзья. Я надеюсь, то, что никто из моих подписчиков на это не попался. Сейчас покажу вам. Сейчас догорит лампочка. Ага. Вот, смотрите. Tonekeeper. Вот, и посмотрите вот на это. Вот, у меня здесь куча всяких сообщений мне приходит о том, то, что вот, поучаствуют там в какой-то херне, да, отправляют мне по 0,00001 тону, там чего-то еще, да, вот какие-то мне NFT-шки вот такие присылают, типа, забери свой выигрыш. Как бы прям вообще засыпают предложку, да, отправляют мне какие-то копейки, да, как вот их прям много. Вот, я даже поначалу попытался, ну, чуть не повелся на эту херню, но когда эта херня мне предложила заплатить $63, сделать транзакцию на какой-то непонятный кошелек, я, естественно, отказался. Вот, будьте осторожны, ребята, не ведитесь на скамину, да, никто вам прям вот так, да, деньги не даст. Надо как минимум для этого тапать. Вот. В общем, вот такой вот проектик, друзья, как бы мне прям нравятся новые дизайны, да, обновленные, прям очень красивенько все выглядит, все супер, как бы переходите, я думаю, уже совсем скоро будет листинг, будет аирдроп, будет раздачка, да, желаю, как бы, кто еще не успел, да, как бы залететь, залетайте, как бы набивайте монетки, тут как бы на самом деле прокачать все вот эти бусты, это, ну... У меня на это ушло 2 недели. Да, и я как бы из-за этого перестал играть, потому что я, ну,
все сделал, дальше было уже неинтересно, не было никаких этих новых приколюх. Вот. В общем, до новых встреч, друзья, всем пока-пока. Короче, лайк обязательно, просто вот посмотрели видео, поставили лайк, очень вас прошу. Напишите какой-нибудь комментарий, можете отправить какую-нибудь ссылку на какой-нибудь проект, о котором я еще не рассказывал, да. Можете еще что-нибудь там написать, как свое мнение, как вам видос вообще, как вам, не знаю, моя подача, там, что изменить, что добавить. И, кстати, я также хочу напомнить вам о том, что уже совсем скоро, уже осталось буквально 6 дней до того момента, как я разыграю 10 тысяч ноткоинов на своем канале. Там будет 10 победителей, каждый получит по 1000 ноткоинов. Все, желаю всем удачи, ссылочку прикрепил, пока-пока.